Тем временем около 600 многодетных семей подали заявление на получение адресно-социальной помощи в Павлодарской области. В управлении соцзащиты говорят, поддержкой государства в этом году будут охвачены 5700 получателей. При этом в ведомстве уверяют, что заново собирать документы им не придется. Все сведения будут автоматически обновлены и направлены в соответствующие госорганы. Наряду с этим свыше 7000 детей из многодетных семей получат продуктовые и гигиенические наборы. В прошлом году у нас число получателей АСП почти в 5,5 раз увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Этому способствовали вот эти в основном выплаты на детей. Чтобы не было столпотворения в центрах занятости, уже ввели алфавитный порядок, разработали все-все. Но как мы наблюдаем, ажиотажа-то как такового нет.